Господи. У меня слов нет. У малышки огромные опухоли на животе. Это что-то страшное. Просто что-то страшное. Вроде бы больше нигде ничего, но она ранена чуть-чуть. Так, у нее опухоль вот здесь огромная. И у нее очень плохие что-то с зубами. Вон, вообще страшное что-то. Так, малышка, врача сейчас нет. К врачу только завтра. Все, что я могу сейчас сделать, это положить малышку на капельницу, потому что она в очень тяжелом состоянии. Ее все трясет. Она крошечная, она очень крошечная. Господи, прости, она в жутком состоянии, просто в чудовищном. Просто в чудовищном, бедное дитё. Сейчас будем капаться.